Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Колокольный звон – гимн России в исполнении мужского хора самарской семинарии. Так стартовал турнир по дзюдо в Самаре. Дело в том, что спортсмены разыгрывали кубок митрополита Самарского и Сызранского Сергия. На татами в МТЛ-арена за главный приз вышли бороться более 300 спортсменов не старше 15 лет со всей России в 9 весовых категориях. Нужно все-таки вкладывать детей и воспитывать детей, потому что если будут у нас дети достойны, то и будущее у нас будет достойное. Соревнования по дзюдо посвящены памяти святителя Николая Японского и приурочены к 180-летию со дня его рождения. В 19 веке равноапостольный Николай Касаткин поехал служить в Японию для русской дипломатической миссии. Там он познакомился с дзюдо. Благодаря ему это единоборство в 1914 году появилось в нашей стране и завоевало популярность среди молодежи. Не стало исключением и Самарская область. Главное – это здоровый образ жизни. Церковь тоже призывает к этому. И спорт, и аскетика, они близки по духу. В спорте необходимо воздержание, это внутреннее равновесие, ограничение в пище. Также и в аскетике, в духовной жизни. За кубок митрополита боролись 150 дзюдоистов Самарского региона. Это половина всех участников турнира. В итоге все золотые кубки выиграли самарские спортсмены. Первым свою награду получил 10-летний Данила Пашиков и попал в историю российского дзюдо. На татами Данила с 3 лет, на счету более 20 побед. Первые соревнования, когда у меня были, это было, по-моему, в 5 лет. Я их проиграл, начал себе давать мотивацию, цель ставить, чтобы заниматься еще лучше. Начал качаться, тренироваться и вот достиг таких успехов. Был настрой, чтобы занять первое место и быть лидером. И все на следующий кубок митрополита, чтобы знали, кто становился здесь чемпионом. Через год спортивный праздник повторится. Организаторы соревнований надеются, что кубок митрополита по дзюдо станет уже международным. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.